Когда я проснулся сегодня утром, то и представить не мог, что все так обернется. Но не каждый день меняет твою жизнь навсегда. Я хочу тебя. Я так давно хотел это сказать. Скажи, а ты-то что нашел во мне? Весь мир как будто черно-белый, а ты как радуга. Добро пожаловать на вечеринку, Уилл. Чего ты так боишься? Наверное, тебя. Не волнуйся, я не кусаюсь. Больно. Ты не поверишь, но кажется, я видел оборотня вчера вечером. Наверное, на той вечеринке. Уилл, это не те смазливые вампиры с ярким гримом и блестящей кожей, понимаешь? И нет никакого способа уничтожить или спугнуть их. И если они хоть раз убьют человека, для них нет пути назад. Они становятся убийцами навсегда. Ты одна из них, да? Одна из нас. Они как бы выпускники, Уилл. Чего ты так боишься? У тебя есть выбор. У меня нет выбора, ты не понимаешь? Нет! И сегодня, когда начнется полнолуние, на планете начнется новая эра. Ты не оборотень. Что со мной происходит? Я думаю, ты боишься, что полюбишь меня, а я не отвечу взаимностью. Или ты боишься, что я отвечу? Попробуй. В мире есть два типа людей. Оборотни на стероидах. Которые берут, что хотят. Элиана! И которых берут. Нет! А ты какой, Уилл? Вой. Перерождение. Смотрите в кинотеатрах.